15 принципов успешного похудения. Худеть локально частями невозможно. Живот отдельно не похудеет, и внутренняя сторона бедер тоже. Поэтому и кубики пресса не появятся. Делай ты хоть 300 скручиваний в день, пока жировую прослойку не уберешь. Никаких экспресс-диет. То, что быстро скидывается, обычно возвращается назад в большом количестве. Также диеты портят психическое и физическое здоровье. В плане похудения мясо полезнее, чем фрукты, так как во фруктах фруктоза, а в мясе белочек, на переваривание которого уходит много времени и энергии. Занимайтесь спортом, выбирайте то, что по душе: бассейн, танцы, бег, фитнес и так далее. Ешьте только то, что нравится. Не пихайте в себя то, что не переносите на дух. Ищите альтернативу. В условиях похудения невозможно накачать мужеподобные мышцы ни на 1 сантиметр. Для этого необходим избыток калорий, которого на диете просто нет. Девиз «главное не жрать» приводит к набору веса. Главный баланс калорий и пропорций: белков от 30 до 45%, жиров от 10 до 25% и углеводов от 30 до 45% в день. Пейте воду. Обезвоживание негативно влияет на процесс похудения. Ты причина того, как ты выглядишь, и всего, что происходит в твоей жизни. Генетика, широкая кость, семья, тяжелая работа – хорошая отговорка для детей до 12 лет. Йогурты и мюсли, батончики без сахара, обезжиренные молочные продукты – это не диетическое питание, от них не худеют. Выбирайте натуральные продукты, сбалансированные по сахару и жирам. Обруч не уменьшает талию. Интенсивные интервальные кардио и силовые – да. Девушки, не бойтесь стать качками, смотрите пункт номер 7. Вы станете подтянутыми красавицами, а особи мужского пола будут сворачивать шеи при виде вас. Не есть после 18:00, не работает. Кушать можно вообще в любое время, но не позднее, чем за 2 часа до сна. Существенное значение имеет лишь общее количество калорий за сутки и что именно вы едите. Чего-то хотеть мало, надо прилагать огромные усилия изо дня в день, по чуть-чуть. Не сравнивайте себя с другими, есть только ты сегодняшний и ты вчерашний. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир!